Выбрать одежду на каждый день так, чтобы это было удобно, практично и одновременно красиво – задача не из легких. На подиуме демонстрируют коллекции одежды в стиле casual. Для тех, кто сейчас в поисках базового гардероба, настоящей находкой будут новинки от японского бренда Uniqlo. Для прогулок на свежем воздухе и романтических свиданий отлично подойдет одежда от Springfield. Must-have этого сезона для девушек – нежные розовые и голубые тона, а также цветочные принты. Обратить внимание в этом сезоне нужно и на джинсы. Найти, наверное, все-таки свой стиль в дениме, возможно, даже каким-то элементом таким вот элементарно подвернуть джинсы снизу, сделать их укороченными. Дизайнеры итальянского бренда Twinset Milano впечатлены модой 70-х. На подиуме горячие тренды этого лета – платье Макси и цвет фуксия. Вот такая яркая, как представлена коллекция за моей спиной, это уже, конечно, лето, разгар лета, это фуксия, это жизнеутверждающие какие-то цветосочетания, цветочные принты, все позитивно, с одной стороны, очень женственно, но при этом, если брать дополнение, то они, казалось бы, противоречивы этой кроссовке, это спортивная обувь. Модные веяния затронули и спортивную одежду. Театр моды презентует новую коллекцию бренда Puma. Эти вещи, пожалуй, можно носить и в повседневной жизни. Зрители увидели действительно разную моду. У кого-то даже появились свои бренды-любимчики. Коллекция Twinset очень замечательная, весенние, нежные весенние цвета. Очень приятно смотреть. Раньше были когда-то на таких мероприятиях? Да, ежегодно, да, фантастики. Ходим, мы фанаты фантастики. Запомнились зеленые клёш штаны, прозрачно, вообще прям супер. Мне коллекции понравились, я жене несколько фотографий сделал и, соответственно, покажу. Кстати, в день показа бутики, в чьих нарядах блистали модели, дарили покупателям дополнительные скидки и выгодные предложения. А на подиуме среди зрителей разыграли множество подарков. Выиграть самый главный – шопинг на 50 тысяч рублей – можно на финальном показе сезона 20 апреля 2018 года. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижней.